Наш фильм о хоккее, пожалуй, самой динамичной игре 20 века. Большой спорт часто называют моделью жизни. И так же, как жизнь, он многолик. Мы долго думали над тем, с чего начать рассказ. Ведь делать фильм о прошедшем в Москве чемпионате с извечным вопросом «кто кого» нельзя. Весь спортивный мир знает. Советская сборная вернула себе звание чемпиона мира. И мы сочли единственным правильным рассказать об уроках чемпионата, о прошлом, обращенном в будущее. Неожиданности начались с первого же дня. Признаемся честно, но никак нельзя было предположить, что чемпионы мира 85 года, хоккеисты Чехословакии, не войдут даже в четверку лучших команд. Да, правильно говорят. Отстоять звание чемпиона труднее, чем его завоевать. Как бывает, остановился, потерял свое лицо, и расплата наступает немедленно. Случилось так, что именно наша сборная опустила шлагбаум перед хоккеистами Чехословакии. И впервые за целые полвека сборная Чехословакии осталась вообще без медалей. Впечатление от психологического шока, вызванного неожиданным крушением чехословацкой сборной, 600 журналистов из 26 стран Европы, Америки и Азии немедленно спроецировали на страницы своих газет и журналов. И интерес к хоккейному чемпионату еще более возрос. Именно вследствие непредсказуемости сюжета. Passaggio troppo lungo, liberazione tentata, liberazione tentata perché il gioco sono a 4 contro 4 e perciò il puck viene riportato nel terzo difensivo degli svedesi. Что наша жизнь? Игра. Так полушутя, полусерьезно мог бы воскликнуть любой из миллионов болельщиков в эти дни. Их по праву называют творцами победы. Они играют и за свою команду,
и за каждого хоккеиста в отдельности. На тренерском мостике швед Курт Линдстрём. Бывший школьный учитель физкультуры, он хорошо знает психологию молодых игроков и смело доверяет им ключевые роли. Я никогда не играл в хоккей. Я играл в футбол, и, говорят, неплохо. Потом тренировал юношескую команду. Но понадобился тренер по хоккею, и я им стал. Вы спрашиваете, почему наши игроки уезжают в Канаду и Америку? Они хотят зарабатывать, а в Швеции столько, сколько в Америке не заработаешь. И наши молодые хоккеисты мечтают попасть в национальную сборную, чтобы затем уехать за океан. Нам, болельщикам хоккея, редко удается увидеть вратаря без маски. Евгений Белошейкин. Трудно тренеру найти первоклассного игрока. Угадать талант, поддержать, когда никто еще в него не верит. И в особенности, если это вратарь. Человек, чья обязанность сделать невозможное. Евгения Белошейкина называют наследником знаменитого Владислава Третьяка. И тот же номер, 20-й. А специалисты говорят, та же манера игры. Чем он отличается? Отличается он тем, в общем-то, не по годам, хладнокровием и расчетливостью. Действительно, я в его года, даже, может быть, больше у меня было суеты, нерациональной игры. Но этот год он провел очень стабильно, очень зрелым, показал себя вратарем. Особенно в трудных ситуациях он показал, что он талантливый спортсмен. А говорят, у него сложный характер, как вы считаете? Ну, мне кажется, большинство талантливых людей, они со сложным характером. Поэтому они талантливые. Я думаю, что, может быть, и здесь. Видимо, и у вас сложный характер, да? У меня не очень. Не сложно? Мне кажется, что у меня попроще. Взлет Евгения был стремителен. В 13 лет начал серьезно заниматься хоккеем. В 17 уже играл за команду мастеров. В 19 чемпион мира среди юниоров. В 20, а 20 лет ему исполнилось как раз на чемпионате, Евгений Белошейкин стал чемпионом мира и Европы. Каким будет лицо игры? Не появятся ли на нем болезненные шрамы? Во многом зависит от арбитров. Не раз и не два, слышал я от тренеров, уровень судейства во многом определяет и качество игры. Судья Чарльз Банфилд на чемпионате представлял канадскую хоккейную школу, под чьим влиянием формировались судейские вкусы в течение многих десятилетий. Арбитров на мой вопрос, как вы принимаете решение, ответил: из двух зол выбираю наименьшее. Главное, чтобы гримаса боли не появлялась на лице игры.
спросили Чарльза Банфилда, как влияет манера судейства на развитие хоккея. It can. It just depends on how the official is going to call the game. We try to leave that up to the players. Это зависит от того, как судья будет судить. Мы хотим, чтобы судьба матча решалась игроками. Иногда это бывает сложно, и приходится давать много штрафов, если хоккеисты начинают переходить границы дозволенного. This tournament, knock on wood, the games have been going at a pretty good pace. I think the calls have been made. На этом турнире встречи шли в хорошем темпе. Не думаю, чтобы кто-то мог пожаловаться на судейство. Чемпионаты мира всегда показывают направление дальнейшего развития хоккея. Об этом говорил президент Международной хоккейной федерации Гюнтер Собецкий. Сегодня все команды почти сравнялись по уровню игры. Это означает, на мой взгляд, что они в целом стали сильнее. А значит, в целом стал сильнее хоккей. Возьмем вашу команду. У вас нет сейчас таких выдающихся игроков, какими раньше были Фирсов, Харламов, Балдерис, которые в одиночку могли решить исход любого матча. Но средний уровень всех ваших сегодняшних игроков стал намного выше, и поэтому ваша команда здесь показывает отличный хоккей. Почти через 30 лет после первого московского чемпионата мира ход событий опять свел в решающем матче сборные Советского Союза и Швеции. Наш знакомый Курт Линдстрём, полный надежд, вывел шведскую дружину. Победит шведская сборная, и она чемпион. Советских хоккеистов устраивала ничья. Но сколько раз доводилось не видеть, как игра на ничью приводила к поражению. Наши начали здорово. Уже на 4-й минуте Яшин открывает счет. Через 2 минуты Фетисов пробивает шведскую стену. Сборная Швеции показала, что умеет бороться до конца. Всего за 70 секунд шведы забивают две шайбы в ворота Белошейкина. 2-2. И значит, все сначала. Минуты впервые за долгие годы шведы были так близки к золотым медалям. Наша команда не дрогнула, и Быков ставит победную точку.
минуты радости, минуты, нет, мгновения победы. До чего же они быстротечны. Придет час следующего испытания. Какой будет наша команда? Каким будет ее лицо? Верится, что оно всегда будет сохранять свою неповторимость, яркость, чтобы в каждой игре миллионам любителей хоккея оно запоминалось на многие и многие годы.